А вот сейчас для души. Выживание, один блок, хоррор сборка. Слушай, если тебя ударит, упадешь? Дебил. Ой. Все. Извини. Слушай, считай, хорошее начало. Так, все, да, я тоже сломаю что-нибудь. Давай. Ее сохранить. Так. Ну слушай, ты прям настоящий этот сейвер. Прям имба. О, подожди. Саженец. Все, супер, давай. Рушь, я посажу саженец. И сердечки. А это. Подожди, что у меня за сердечки какие-то? Страшно, мне страшно. О. О. Бэтрок! Рушь, айс. Рушь. Подожди. Три. Так, два, ладно. Один. Слушай, ноль. У нас три саженца еще из дерева. Я сундук сейчас сделаю. Я раскидываю. Сниму все блоки. Сам рушу. Красавчик, конфетку держи. Где конфетка? Дома. Ты едешь, и я тебе там. Меня соблазняют. Ну, хоть в этот раз ты это не надо рушить. Слушай, застрой я как-нибудь. Привет. Будешь воду? Ой, ртом поворачивать. Слушай, она ест арбуз? Не знаю. На арбуз не ест. Так, я еще корову выбил. Ладно, все, давай, короче, строй этот ферму. Уже. Ну, давайте добывать вместе. Так, ты посторожней толкай их. Они нужны. Короче, у меня легкая рука, я добываю животных. Я хочу добывать блоки, но добываю животных. Пико. Добываю землю топором. Мне кажется, достаточно дровосек. Так, уже темнеет. А, курица, Влад. Чё? Ты это делаешь? Я сейчас этот загон уже не буду делать. Мне нужна земля просто. Да вот, мне земля есть. Так, слушай, я не могу так оставить их. Слушай. Слушай. Да, слушай. Слушай, Риту. Стой. Ты не так делаешь. Ладно. На блоке. Подожди, курочка, нет. Нет, ее скинул. Я? Покойся с миром, курочка. Она летит. Ты убиваешь моих животных. Пока никаких монстров. Толкаем животных. Тихо, толкай. Земля, ей. Слушай, дай я пока что тут деревом сделаю, чтобы они не упали. Слушай, нет, я знаю, как я сделаю. Вот так, чтобы они точно не упали. И построй с той стороны, у тебя есть блоки? А, нет, сейчас я сделаю. Красавчик, все, да. Так, заталкиваю. О! Какой живот. Так, да ты куда пошла? Ей не нравится, походу. Так, свинка. Пеппа, давай-ка туда, двигай попкой. Так, сюда корова на подходе тут. Так, подожди. Иди, куда ты, дура? Так, сейчас я... Дура! Давай, овцу заводи. Главное не ударить ее, а то тогда она взбесится и все. А, ты сделал же красный. Нет! Тихо. Давай. Бывшая, блядь, тупая такая же. Пошел отсюда. Ой, я скинул. Тихо. Дура. Отца. Реально. И меня тут чуть не убили, а ты не хочешь отойти? Капец, короче, меня чуть не скинул монстр. Но мне как-то это его сам. Так, нужно схавать. Так, все, мы загнали всех животных с горем пополам. Я думаю, мы красавчики. Ух ты, урод. Знаешь что? Да я случайно. Я вообще тут монстра убил, алло. О, Влад, дерево выросло. Подожди, надо бить его. Так, добиваю. Добиваю дерево. Так, отлично. Теперь листву. О, свинья. Опа. Влад, прощай. Начинается. Итак, ребята, решили из коровы, зато привели свинью.
Слушай, ну хотя бы свинки у нас будут размножаться. Мне повезло, я заспавнил сразу две курицы. Неплохо. Если че. Ну, бывает. Yes. Я загнал. Капец, подфартило. Корова-мухомор. Интересно, они смогут совокупиться? Это корова и это. Заспавнился моб. Ты убил его. Безжалостный. Он мешал мне. Да? Да, так, он ладно, сюда один. Тебя бил. Ты должен был поставить, да, другую щеку. Другую щеку надо было поставить? Да, да. А если я жопу подставлю? Пожалуйста. Да, хороший мы с тобой ютубер. Урод, блин, опять заспавнился. У нас ПВП. Паркур. Вот еще какой-то ПВП, вот смотри какой. Ох, переиграл. Переиграл. Пошел отсюда. Стоп. Опа. У нас сейчас рассетница, синий дебил. Так. Опа. Да не надо, потому что... Топорик получил, и все просто. Я этот поборник. Урод, ты не поборник. Все. Хорошо. Надо было добить. Смотрите, какой неадекватный зимой. Хуяй сам, брат. Хуяй сам, хуяй сам. Скирки убил. Слушай, все, давай выживать. Слушай, давай договоримся, договоримся. Подожди. Что ты хочешь взамен? Назови свою цену. Так в фильмах. Так о фильмах получишь. Так тебе надо, я натравил на тебя его. Сдохни. Да все. Все, все, реально. Смотрите, он ничего не может сделать, он там сидит. Он трясется. Слушай, давай, полу... давай этот на Цуефа, кто... Кто это? Кто, кто пойдет к нему? Давай, сейчас подожди. Давай, раз, да, раз, два, три. Тупое чмо. Бумага. На, сдохни. А ты че зыришь? Мне свидетели не нужны тут. А, давай еще раз. На, сдохни. Нормально уже, это все, я... уже его. Да, все, все. Мастер, мастер. Надеюсь, Маргарит. Киркует. Топором, у тебя киркует. Так, убери, заспавнился я. Крипер. Подожди, смотри, я пожар... Нет, подожди, осторожно. Тихо-тихо-тихо, порох будет. Опа. Yes. Так, слушай, я-то возьму булыжник, я знаю, что сделаю сейчас. Так, супер, убил лучше кролика, кролище это... из... С, короче. Чтобы не проваливались эти монстры. А-а-а, вот ты что хочешь. Главное, самой ну, неплохо. Ну, неплохо. А, подожди, так и деревья же не выросло же, вот эти вот. Точно, точно. Да-да. Так, вот это пусть будет тут расти. А это будет вот здесь расти. Прямо наш ловушку. Он слишком умный для него. Тысяча IQ. Давай на себя проверю. Лишь 20. Смотри, вот смотри, идет такой. Всем привет, с вами Нубик в Майнкрафте. А прикиньте, какой сам упал, как нуб еще хочет меня скинуть. Ну да. Так, ну нам нужны это, топорики. Да, согласен. Урод. О, офигеть, вот. Чистая карта, мне карта упала, прикинь. Так, у нас есть теперь вот столько саженцев. 4 саженца ели. Сделаем сейчас гигантскую, короче, ель. О, прямо давай. Вот тут по центру. Так, вот это мы уберем. Ой, блин, он упал. Так, ладно. Подойди ко мне, срочно. Все, вот здесь будет у нас гигантская ель. Что такое? Ты где? Подошел. Железная кирка. Железная кирка. Сейчас. Так, ну вот, наша карта, так будет наша база пока что. Офигеть. А. Они батл устроили, да? А, они вдвоем скинулись. Ух ты, снежные лисы заспавнились. О! Блин.
Дурацкие жители. Проваливай. Первое появление жителя было успешно. Это уже, кстати, второе. Разве? Белый мишка. Что-то, слушай, что-то мне тут нравится эта территория, которую я тут построил прям. Ну да, кстати, что-то прям по кайфу. А там кто будет строить, я или ты? Сейчас, я кое-что придумал, наверное. Собака боится бить, все. Давай, ударь. Ха. Собака. Больше для всех. Я Мишка Губингер. Урод, у меня собака погибла. Сдохни вместе с ней. Кстати, мы уже делаем домик. Такой вот примерно. Простенький. Не очень, но... Да сдохни ты уже, сдрал меня. Так, ребята, что-то жестко. Блоки. Что-то жестко было, да, согласись? Что-то жесткое прям нас. Так, ребят. О, спасибо. Так, сейчас костиками. О! Ну нормально, ты жирная такая собачка. Так, пошли со мной, сейчас будешь у меня вот тут. Больше масса, тем он сильнее просто. Масса тебе давить будет. Чем больше масса, Джимми-Джимми ассас. Мясо-мясо. Номи. Педро. Давай тут сиди. О, Педро. Сиди тут. Итак, у нас тут вырастают деревья, лес постепенно. Сейчас спорим, вложусь в эти три муки. Вот давайте моя ставка, что... Со второй получится. Пишите в комментариях, со сколькой мне получится вырасти дерево. Давайте, поехали. Один. Влад, смотри. Влад, смотри на дерево. Смотри, какое дерево, Влад. А, он уж упал от восторга. Ну, кто написал один, вы угадали. Влад, смотри. Смотри. Я Мишка Гумигер. Смотрите, горилл. Влад, издай звуки жизни. Влад, слушай, прыгай на меня. Давайте ловлю. О! Ты меня поймал, спасибо. Влад. Ну, я схватил тебе броню железную, видите? Смотрите, кто там. Она примерно с моей собакой. Ого, как она страшная. Надо ее спасти. Давай. А че она выпала? Ну, типа увидела, как я иду туда и... Поняла, что с таким дуонизмом она не справится. Ладно, на самом деле ты первый шел там. Ну да. Надо факела поставить просто. Это моя собачка. Собачка, что ты прям в этом там? Надо факела ставить как-то. Иди сюда. Пупсик. Смотрите, это типа ты такой канат построил, что ли? Это как степ-тизи, знаешь? А, это больше шест, да? Да, это шест. Подожди, я тебе это сейчас дам. Помнишь, как у Тимоша были там? Типа тоже да, себя. Спасибо, освежил. А то здесь жарко было, и ты... Я подкинул снежка. Человек-понос? Музыки не слышно. Почему так тихо? Опа. Смотрите. Все, короче. Контрим. У меня такой дом получается. Сейчас буду его это красить красками. Разукрашкой. Страж. Ой. И
Итак, идем в гости к другу на его дом Тарзана, который он сделал. Посмотрим, как он там все оборудовал. Какой знает что, блядь? Колтанец, чтобы это проветривалось немножко. Стекла так стоят, чтобы тоже проветривалось. Вот такая вот система. Да, вот так. Тогда мы построили там еще эту штуку, будешь нам что-то делать. Вот. Сделали. А вот смотрите, какой прекрасный вид на данное произведение искусства. О, да, это мой домик там будет. Вот. Он пока не достроенный, конечно, но что-то вот такое вот. Что-то, ну, да. Будет скоро достроено, да. Тоже там посмотрю. Тут наша ферма, да, черепашки, там наш склад. Ну, короче, я хочу сказать, неплохо мы так для первой для серии развили. Да. Вот там. Надо бы с тобой ферму еще сделать, спаун булыжников и что-нибудь еще. Ну, это уже будет вторая серия, так что да. Подписывайтесь, следите за каналом, все такое. Колокольчики, блядь, не забывайте, иначе вот этот вот меч засунул в задницу вашу. Да-да, он дело говорит. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем больших яиц. Я прыгаю в воду. Спасибо.